Друзья, всем привет! Мы собираемся куда? К Сынхунише. Вот и Санечка специальный костюмчик Таня сделала. А это все пищит. Красотка наша. Вреднющая. Давай. Всю дорогу пропищала. Давай, вставай ножки. Обую тебя. Когда мы уезжали, где отдыхать можно? Где отдыхали мы, всю дорогу пропищала, да? Вот такая вот деловая. Нет, другую ножку давай. Идите сюда. Машина, 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 быстро. Здесь стойте. Сейчас машина. Фивинка-привидение? Ага, фивинка-привидение у нас. Вот такой срач у нас после поездки в Пусан в машине. Будем завтра убираться. Так, машина едет. Здесь у нас уже подарочки для Сынхуниши. Вот такой это для Тесанчика у него, потому что тоже мы такую дарили ему штуку на день рождения, а это к нему идет. И вот такой у нас красивый конвертик. Сынхуниши тоже подарочек. Все, ребята, погнали. Би-би. Давайте сюда, сюда. На дорогу не ходи. Сюда идем. Здесь, наверное, да? У-у-у, сколько детей! Что за детский дом? Сынхуниша, на! Ну, заходите. Заходите. Ага, и бросила такая. Тусан, заходи, раздевайся. Сынхуниша, с днем рождения! Я поехал. На. Сынхуна, ну встречай на. Гостей. Куда он уже поехал? Куда? Это что, игрушки все мне? Я поехал. Привет. Привет, как дела? Привет. Она там спит. Спит, да, блин, надо было... У нас есть тоже для нее подарок дома, блин. Это что, это мне? А я не думала, что... Наверное, да? Да. Ксюша, познакомься. Вот мы тут все знакомы. Даша, не знаю, что-то Даша. Да, приятно знакомиться. Он не собирался сегодня ехать. Он сказал, я уставший. Как так? Ты что? Ты не хотел ехать? А ты куда вчера ездил? Далеко ехать? Отдыхать. И устал, да? Отдыхал, устал. Вот такой у нас пати будет, да? Что за пати, Сынхуниша? Что это за пати у нас такое? Все в одинаковой одежде. Таня сняла вот такой рум для дня рождения с бассейном. Смотрите, какой бассейн. Есть дети, будут плавать даже в нем. Есть жилеточки. Плавать будем, да. Халатики даже есть. Ляля спит. А здесь спит маленькая лялечка. Шлятка. А что тут у нас интересного? Батут есть. Батут. Еще здесь есть кинотеатр домашний. Можно ложиться и смотреть фильм. И детская игровая есть еще. Ну вообще. Сколько стоит, Тань? Где-то, по-моему, 300. 300? Да, да, да. Сколько человек за 300? До 8, а за 8, за каждого потом до... Так, раз, два, три, валите. После 8, там, да, за... Смотрите, какой. У нас Сынхуниша фанат охотников за привидениями. Света сегодня аниматор. Супер. Тортик такой красивый. Сынхунишенька, с днем рождения тебя. А, Сынхуниша. Ариша, как дела у тебя?
Как сестричка? Тебе нравится водиться? А? Тебе нравится с сестричкой водиться? Хорошенькая? Красивая? Любишь сестричку? Какая сестричка тут, друзья? Наконец-то выбрались. Кто здесь играет? Две рыбки ты поймал? Да, ничего себе. Ох, и он тоже ловит рыбку. Она поймала синих рыбок. Можно платьишки здесь одевать красивые. Хочешь одеть? Какие красивые. Ой-ой-ой. Кухонька есть, кулер для водички, холодильник. Но он пустой, сказали. Проверим. Но он правда пустой. Ничего нам не оставили. Там бассейн. Будете плавать? Девочки все украшают. Чупа-чупс он хочет. Давай пиццу кушай, потом чупа-чупс. Сначала нужно подкрепиться. Что, замазала ручку? Сейчас, друзья, если кто-то хочет сюда тоже сходить, это называется Нори-пул. И находится вот здесь. Все, купаться будете? А вон там жилетка есть, ты можешь одеть пойти. Иди одевай. Жилеточка. Да, жилетку одень. Одень жилетку. Хьюна отказалась переодеваться, не будет купаться. А все детки пойдут купаться, да? Страшно. Ты можешь тоже круг брать, если хочешь. А нет, ты будешь круг брать? А все уже. А вон еще есть круг. Там много. Я не хочу. Не хочешь круг? Может, возьмешь лучше? А вот кружок. Вот у нас будет тренер по плаванию. Давай я подержу, а ты сади. О, о, все, все. Ножками плыви. Ручками вот так плыви и ножками. О, давай плыви. О, ты, Санчик, лег. О! Чего ты хочешь? Плавай. Что ты хочешь? Тоже плавать хочешь? Нет, не хочешь. Но я так и знала. Ариша! Плачет Зангуниша, не хочет купаться больше. Курочка, пиццуха. Сейчас мы все снимем. Ох, какая красивая пицца. А здесь с бекончиком. Дети накупались, проголодались. Да. Еще будете купаться? Ну, хорошо. Ариша позирует тут. Ее найди кушать. Пойдем покушаем. Да. Давай, лови. Поймала! Молодец! Все, пойдем кушать, потом играть будем, Хьюн. Да сама. Иди играй. Да Санчик. А он пошел ручки. Ты куда был? Да, мальчики будут дорки? Да, да. Алина, хочешь порисовать красками? Красками рисовать надо. Сын, пойдет рисовать? Угу. Все, пойдем, да, рисовать? Саша, что рисуешь? Классно. Свинка. Водяные краски. Они водой, наверное, да, просто смываются? Пицца.
Ну не надо, там же Света рисует. Смотри, да нет, ничего страшного. Смотри, свинка. Тут деток можно помыть после бассейна, отжать вещи в центрифуге. И вот можно порисовать. Потом опять помыться. Хэйон тоже еле как уговорила пойти раздеться, порисовать. Хэйон учит пацанов, как оружием пользоваться. А у тебя вот твой пистолет. Вон. Это мой! Это мой! Мама, ты запускала! А Хэйон здесь у нас на кухне орудует, накрыла зайчиком. Ужин, обед. Ой-ой-ой! Что такое, ой-ой-ой? Они покушали у тебя? Нет. Наверное, еще не покушали, да? Дели матери. Чок. Сок. А, это сок, да, сок. Дай попить сок. Это яйка. Это яйка. Да. Для яйка. Для зайки. Это яйка. Да. Батут. Батут, да. Мультики. Мультики тут, да? Он Пикачу был. Netflix можно посмотреть. Неси пульт. О, я скатываюсь. Прыгай. Штаны у меня все грязные. Кетчуп от пиццы, краска. На жопе еще торт прилип. И дети тоже все грязные. Ой, девочки, убрались уже. Светик намылась. А что, волосы не посушила? Все, наигрались. Едем за Таней. Они хотят у нас недалеко от дома поиграть на площадке детской. Куда мы идем? Мы сегодня идем с Тисанчиком делать тарелки и забрать свои прошлые тарелки. Пригласили Санхунишу тоже с нами сделать тарелки. Помните, мы ездили делать тарелки, это было, кстати, далеко, а сейчас они вообще приехали рядом с нами. Поэтому мы вот решили еще раз сходить, пригласить Санхунишу, подарить ему еще один подарок на день рождения и сделать вместе тарелки. Санхунишка, привет! Че, вот сюда они приехали, да? Видишь, нам как повезло. Теперь вообще рядышком. Где здесь? А, вот здесь это улица, где полянка, магазин, да? И он суёк. Тарелочки красивые. Няссио. Ой, исахисео. Эй, маляннасио. Наши тарелки, Тасан, смотри. Няссио. Наши тарелки. Няссио. Не. Ури, пупён, чё морайо. Яки морласаё. Наши тарелочки. Это то, что делали? Да, в прошлый раз. Смотри, какие тарелки ты сам делал в прошлый раз. Хэйон и ты сам делали. Ой, это меню? Это Пикачу. И Пикачу. А сейчас мы будем делать любимого героя Санхуниши. Кому будем делать? Губата. О, Губата. Вот такой, ой. Вот такую будем делать тарелку. И Тесан тоже такой будет. У вас будет коппол. Мы тоже приоделись. Вот такие красотки. Детей тоже приодели. Тоже так же завяжется. Не выдумывай. Смотри, какой они сами делали. Значок. Здесь не только можно тарелочки делать. Все что угодно можно делать. Они много мастер-классов проводят. Чан, че как я? Смотрите, все делают в подряд. Все что угодно. Ой, какие малиськи.
Так что, друзья, очень интересно с детьми прийти сюда и сделать какую-нибудь поделку своими руками. Ну, особенно прикольно тарелки потом с них есть. Классный зайчик такой. Шкатулочка. Ай, что это, интересно, какая-то крутяшка. Смотрите, какая прикольная миниатюрка. Ай, какие малюсечки. Ghostbuster. Папа, Соня, тебя вассо. Это вообще-то ножки. Во, тук-туке. О, масисо. Настороживо. Все, мы закончили делать тарелочки. Вот такие у нас получились. Наша с Тесанчиком. Таня с Сынхунишей. Детки пошли мыть руки. Там есть крем, можно крем, а то будут сухие. Ага. Вытирай хорошо руки. Вытирай. Хорошо, хорошо, вытирай. Сейчас тебе крем дам чуть-чуть помазать ручки. А чтобы ручки не сохли. Мажьте ручки. Все, пойдемте. Все, мы собираемся домой. Тесанчик поедет в гости к Сынхунише, а я поеду еще работать. Друзья, если кто хочет сюда прийти с детьми, сделать своими руками тарелочки, кружечки, да все что угодно, оставлю в описании телефон и адрес этой мастерской. Смотрите, ну прям, ну не красота ли? Все, мальчики, пока-пока. Ой, садись ногами, не это. У вас ноги, блин, в этом штуке-то белые. Все, пока-пока.